Всем привет, и угадайте, у кого сегодня день рождения. Итак, я уже, как видите, накрасилась, собралась, позавтракала, мне вручили подарок. Я не знаю, я, может быть, вставлю этот момент. Сегодня торжественный день нашей доченьки, 16 лет. Большая девочка. Доченька, заходи! Дорогая наша доченька, мы тебя поздравляем с днем рождения. Это тебе букет вместо роз. Наконец-то шарики подари! За 16 лет! Папа, целую, обнимаю, вручаю, что ты стоишь, как истукан. Да я летаю. Мне шарики подарили. Теперь ты подержи телефон, я дочка поздравлю. Куда? 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 Ой, а шаров-то, шаров. Но это еще не все. Это маленький косметический подарочек. Там что-то одно на 8 марта было. Остальное все да, на день рождения. И, конечно, самый главный подарок это друг. Но это не точно. И сейчас мы собираемся в фотостудию, где ко мне подъедут еще две мои подруги, потому что третья вот здесь вот. Привет. Да. Когда едешь в машине, а тут сплошные шарики. Так, мы уже с ним в кафе, фотосессия закончилась. Да, помаши ручкой еще раз. Пришла еще Александра, моя любимая. Я сейчас все сама выпью. Слышишь ты? Это мой чай. Слышишь? Да, я не снимала. Я себя чувствую реально продуктом в супермаркете. Мы ее убьем, нас убьет ее мать. Куда эти сволочи меня увезли? Эй, мне страшно. Все были. Так, с одного кафе мы переместились во второе, потому что там дешевле десерт. Да. Да. После этого мы очень долго гуляли по городу, а вечером устроили мини-мини фотосессию с тортом. И также я его для вас поснимала, и вы только посмотрите, какой он красивый, а какой он вкусный.